Тончайшие блинчики, нежная начинка из творога под обалденной сметаной заливкой. А уж о бесподобном вкусе я уже и не говорю. И все это сделайте просто и без усилий. Начнем. Родиной этого вкусного блюда считается Польша, но любят его везде и все. Не бойтесь разливать тесто тонко, налистники получаются тоненькими и не рвутся за счет крахмала. Начинка у них обычно сладкая, но можно сделать и с соленой. Крахмал лучше брать картофельный, налистники получаются более эластичные. Сметану лучше брать густую и не кислую. Приятного аппетита! Яйцо куриное 4 штуки, 3 штуки. В тесто 1 штука. В начинку. Молоко 150 мл. Крахмал картофельный 3 столовые ложки. Масло растительное 1 столовая ложка. Сахар 4 столовые ложки, 2 столовые ложки в тесто, 2 столовые ложки в начинку. Творог жирный 300 грамм. Сметана 25%, 3 столовые ложки. Ванильный сахар 5 грамм. Соль по вкусу. Количество порций 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца соедините с сахаром и взбейте. Добавьте крахмал и перемешайте до однородной массы. Добавьте соль и растительное масло, влейте молоко. Перемешайте до однородной массы. Оставьте настаиваться при комнатной температуре на 20 минут. Соедините творог, яйцо и сахар. Выпекайте тонкие блинчики на горячей сковороде по 1 минуте с каждой стороны, до румяной корочки. Нанесите начинку на один край. Сверните налистники с начинкой конвертиком. Сложите боком. Такой конвертик получился. Смажьте форму маслом и уложите конвертики в форму друг на друга внахлёст. Смешайте сметану с ванильным сахаром и намажьте ею верх блинов. Запекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Подавайте сразу. Приятного аппетита!